Мини-футбольный сезон подходит к концу. Взяв серебро по итогам чемпионата Московской области, команда «Газпром-Бурения» продолжает упорно работать, чтобы получить уже золотой кубок. Первый шаг к этому был сделан в середине марта, когда щелковская команда в городе Видное одержала победу над местным «Видное развитие» с разгромным счетом 11-7. Ответный матч финала Кубка Московской области по мини-футболу состоялся теперь уже на нашем поле в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье». С самого начала игры футбольное соперничество между командами накалилось и было напряженным. Игроки обеих команд не хотели уступать, постоянно отнимая друг у друга мяч и пытаясь забить его в ворота соперников. Но все же первый тайм закончился со счетом 4-0 в пользу нашей команды. Во втором тайме усиленное эмоциональное противостояние продолжилось и сохранялось уже до самого конца. Футболисты из Видного также смогли забить в ворота щелковских игроков 4 раза. В итоге финальная игра окончилась ничьей. Счет 4-4. Результат 4-4 нас вполне устраивал. Нас устраивала победа в 4 мяча. Поэтому мы исходили из этого. Конечно, хотели победить, само собой. Мы долго вели в счете, но где-то минутная расслабленность, там несколько минут расслабились, кое-какие задумки начали реализовывать, уже смотреть там в будущее, как говорится. Вот, и поплатили за это. Ну, в целом, результат, я считаю, что закономерный. Кубок наш. Несмотря на то, что финальный матч Кубка Московской области по мини-футболу окончился ничьей, именно игроки щелковской команды «Газпром-Бурения» стали победителями по итогу всех игр и забрали свой золотой кубок. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.